Как выбрать кредитную карту? Сперва нужно спросить себя, а действительно ли нужна кредитная карта. Помните, важно быть дисциплинированным и иметь постоянный доход, чтобы вовремя гасить задолженность. При выборе кредитки обратите внимание на следующее. Кредитный лимит – это сумма, которую банк готов вам предоставить. Если вы уже являетесь клиентом банка и зарекомендовали себя, то лимит будет выше. Грейс-период – это срок, в течение которого проценты за пользование средств не начисляются. Обычно он составляет от 30 до 60 дней. Обращайте внимание и на расходы за пользование карты. Процент за пользование кредитом, плата за годовое обслуживание, комиссия за переводы, снятие наличных в банкомате банка. Внимательно изучите в договоре пункт про расходы. Не стесняйтесь задавать вопросы сотруднику банка. Также полезно узнать о программе лояльности. Она предусмотрена как при использовании дебетовых карт, так и кредитных. Оцените, что вам подойдет больше – дополнительные баллы на АЗС или бонусные мили за полеты, например. И помните основные правила пользования кредитной карты. Внимательно читайте договор, все приложения к нему и сравнивайте предложения и условия разных банков. Вовремя погашайте долг, по возможности не выходя за рамки грейс-периода. Расплачивайтесь картой, старайтесь не снимать наличные в банкомате. Выбирайте интересные для вас программы лояльности, накапливайте бонусы. И главное, кредит придется отдавать в любом случае, даже если у банка отзовут лицензию.